С 20 июня по всей стране полным ходом идет вступительная кампания в вузы. Началась она и в Одинцовском гуманитарном университете, которому в этом году исполнилось уже 10 лет. В АГУ в этом году принимают на 5 факультетах – экономики, психологии, филологическом иностранный язык. Высокий конкурс, как и в прошлом году, предполагается на юридическом факультете и факультете управления. Активно подают заявления взрослые абитуриенты, которые поступают в магистратуру для получения второго высшего образования. В этом году мы набираем на программы среднего профессионального образования и высшего – на программу бакалавриата, магистратуру и аспирантуру. Необходимо отметить, что в этом году приемная кампания стартовала как никогда многолюдно. Многие связывают это с тем, что в этом году произошел, скажем так, новый виток в развитии Одинцовского университета – заключение партнерских отношений с Московским государственным институтом международных отношений. МГИМО с этого года – партнер Одинцовского гуманитарного университета, что привлекает абитуриентов не только Одинцовского района, но и Московской области, Москвы и других регионов нашей страны. Татьяна Мироненко, Сергей Латошин, Одинцовский гуманитарный университет.